Всем привет! Сегодня поговорим про то, что такое медитация и для чего вообще это вам нужно. Медитация – это особый инструмент духовного просветления, а также равновесия, берущий свое начало от буддийских учений, а также практик. Главной целью является полная трансформация сознания, которая заключается в очистке мыслей от всякого мусора, а также повышение контроля над самим собой. Систематическое применение подобных практик позволяет достигнуть гармонии тела, души и ума, а также добиться 100% концентрации и ясности мысли, а также вашей внимательности. Так как же медитировать? Начнем с времени. Вообще для этого занятия подойдет любое время. Например, вы можете медитировать перед сном, чтобы очистить голову от ненужных мыслей и быстро, качественно уснуть. Но вы можете выбрать любое удобное для вас время суток. Итак, приступим. Для начала займите любую сидячую позу, которая сопровождается прямым позвоночником. Затем убедитесь, что вокруг вас нет посторонних шумов. Закройте глаза и сконцентрируйтесь либо на своем дыхании, либо на любом предмете, который вы хотите представить. Это будет так называемый якорь. Ваша задача состоит в том, чтобы все ваши мысли были только про этот якорь. Поначалу будет трудно, и вы постоянно будете отвлекаться на разные мысли, идеи, но в таком случае надо просто снова вернуться к якорю и продолжать свою медитацию. Пробыв в таком состоянии определенное количество времени, вы поймете сами, когда оно пришло. Вы почувствуете реальное облегчение вашего сознания, повышенную чувствительность и приятную расслабленность. А то, сколько времени уделять медитации, вы поймете уже со временем.